Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сериале Machine Holy Play, первый сериал, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня будет такая необычная серичка на первом сервере, да, пацаны. Тоже стараюсь и на 07 часто снимать, ну и периодически снимаю на 01. Итак, по названию ролика, думаю, вы поняли, что я выбил блат номера. Да, действительно, вчера я задонил в рулетку 100 рублей. Просто первая прокрутка, и мне выпали блат номера. Смотрите, я пишу прайс. И вот, мне выпали блат номера. Самый первый мой приз — это блат номера. Я думал, блядь, дайте, когда что-то года выпадает, думаешь, блядь, надо еще задонить, типа, может, что-то еще выпадет. Я еще кидаю 300 рублей, и в итоге 400 рублей, ну, потратил, можно сказать, херово. Вот, мне выпало, кстати, первый раз я видел, чтобы выпадало столько денег, 170 тысяч. Мне первый раз такая сумма большая денег, ну, ну, это большая сумма денег, можно сказать. Мне первый раз такое выпало. И блат номера. Что с блат номерами делать, пока что не знаю, потому что у меня... На всех машинах стоят блат номера, как бы. Скорее всего, мы поставим эти номера Джонни на монстр, либо я себе их оставлю. В будущем поставлю какую-то машину, если я буду покупать какую-то другую машину. Ну, короче, вы поняли. Также на Шутхан, хотя на Шутхан у меня же вроде есть цвет, хотя не уверен, что это именно этот цвет. Ну ладно. У меня, по-моему, золотой же цвет на Шутхане есть. Но это, по-моему, другой дробовик, короче, ну ладно. Также деньги. Экспиха, давайте, я думаю, заберем все по порядку. Экспи сначала забираем, потом забираем шотган этот красный, потом забираем деньги и забираем еще раз деньги. Так, мне, кстати, денег сейчас не хватит, походу, да, чтобы купить шкаф. Я хотел шкаф, короче, купить домой за 300 тысяч, которые, я думаю, мне хватит денег, но мне нужно ехать в банк, я так полагаю, поэтому сейчас мы едем в банк. И потом уже купим себе шкаф и поедем посмотрим, какая же нам пушка, как она будет выглядеть, эта пушка, потому что это, по-моему, обычный дробовик. Но у меня, по-моему, металла нету, поэтому нужно будет съездить Батырева за металлом. Честно говоря, блин, вот когда я выбил, не то, что у меня была радость, там, пиздец, когда я выбил лат номера, у меня было жесткое удивление, потому что в первый раз, впервые просто за 2 года, что я кручу эту рулетку, мне выпало что-то годное, понимаете? Я просто был в шоке от того, что, блин, неужели, блядь, этот день X пришел, блядь, потому что я наконец-то выбил что-то годное. Причем с первой прокрутки, пацаны, я выбил блат номера. Это довольно-таки круто. Но потом мне выпадало всякое говно. Ну, ладно. Ну, в принципе, если так подумать, я все равно в плюсе, потому что блат номера стоит 500 рублей, а я задонил 400 рублей. При этом у меня плюс 250 тысяч и... Потом экспиха. Ну, короче, я все равно в плюсе, по сути, остался. Так, давайте снимем. Не знаю, сколько снимем. Давайте снимем, наверное, 30 тысяч. Хотя давайте, не 30, 40 тысяч снимем, короче. Вот, 40-овничек снимаем. И все. Я думал еще аптечку купить, но, блин, потом подумал, я владелец аптеки, нахрена мне эта аптечка, поэтому будем, короче, без аптечки. И так пойдет. Да, я посмотрел, короче, у меня нету металла. У меня всего лишь 3 металла, дерево у меня 22, я думаю, этого хватит, чтобы дробовик сделать. Правда, я не знаю, какой из них, но, скорее всего, это самый первый, наверное, дробовик. Я так думаю. Денис Гроссман, привет тебе. Подписчик, постоянно самокатается. У него там Бэха тоже видел. Правда, номера я не помню, что-то... Какие-то номера были на ней. Это что-то 3-0, я помню, там было, а буквы не помню, потому что там буквы были не одинаковые, поэтому как-то так. Я написал, что я серию записываю, он хочет снова покататься. Ну, сейчас я куплю металла, посмотрю на дробовик, ну и вам покажу.
Я вообще хотел сначала дробовик продать, мне потому что два выпало. Один синий, другой красный. Я синий продал, чтобы рулетку еще раз покрутить. К сожалению, я не записывал весь процесс, когда я крутил рулетку, потому что я... блин, не знаю. Я сначала 100 рублей закинул, думал, блядь, ну, две прокрутки снимать такое себе. Потом 150 закинул, потом еще 150 закинул, короче. Ну, не снимал я все это, но ладно. Я думаю, вы так увидели, что я выбил, в принципе, эти все призы. Так, мне нужно 50... блин, я 5 купил. Ладно, давайте сейчас шахту забегу, выбегу, чтобы купить еще раз. Многие, кстати, там думают, что я ушел на 07, но нет, чуваки, я аккаунт свой не переводил, я на 01 буду всегда играть, запомните это. Я просто решил и на 07 снимать, и на 01, короче. Ну, на 01 просто особо уже нечего снимать, по сути, да? Я вот потихоньку развиваюсь, но дом, видите, не спеша, кстати. Ну, есть такой кайф в том, что ты не спеша развиваешься, блин, на самом деле. Я вот копил на вот эту, чтобы шкаф купить, понимаете, я копил, ну сколько, неделю где-то, чтобы просто купить шкаф. Поэтому, ну такое себе, но это все равно прикольно и интересно, поэтому, не знаю. Так, чувак на супре испугался, что Бэха летит. Давайте я вот сюда сейчас припаркуюсь и покажу вам, какое здесь оружие. По-моему, первый должен быть слот оружия, если я не ошибаюсь. Так, пишем мак и гун. И дробовик. Ну вот, дробовик, в принципе. Ну, я не уверен, что он, ну ладно. 8 дерева нам нужно. Так, окей. А патронов, ну давайте 200. По-моему, вот это он, да? Сейчас гун колер пишем. Колер. И красный. Во. Все, он типа стал красный, но что-то не особо. Он красный стал. Ну да ладно. Ку. Так, ну что-то он нереально не особо красный, хотя... Я хуй знает, короче. Говказик. Да, денег нету. Сейчас шкаф буду покупать. Да, денег нету, сейчас шкаф буду покупать. Ну, блин, этот дробовик, конечно, не очень красный, я вам скажу. Как-то такой, видишь, он... Он с этой стороны красный, с другой нет. И тебе. Ми спрятал оружие. Ми достал оружие. Может, это поможет? Достал оружие. Чтобы оно красное было. Ну видите, блядь, вот с этой стороны, видите, оно красное. Он какой-то баганутый, наверное, будет перезайти, видите, здесь оно красное. Надо было, скорее всего, наверное, синее брать, оно было бы поприкольнее. Что-то я тупанул. Ну ладно, похер. Короче, погнали тогда, я заберу чувака на этом, на Шане. И поедем, я куплю шкаф домой, и надо будет с багажника все перетянуть домой. Потому что у меня в багажнике и патроны лежат, и наркотики. Поэтому да, нужно все домой затащить. Мой совет, кстати, вам, пацаны, если он там... Сразу выпадает в рулетки какой-то классный приз, там, может, гелик, номера, монстр, там, и так далее. Больше не крутите лучше, потому что, ну, блин, я на себе это понял. Я вот задонил 100 рублей, мне сразу выпали номера. И у меня 50 рублей оставалось. Я еще раз покрутил, мне выпал, по-моему, цвет на дробаш, кстати, вот этот, по-моему, именно. Ну я думал, блядь, наверное, сейчас еще что-то годное выпадет, 150 закинул, нихуя годного не выпало, потом еще 150. Ну короче, блин, если годное выпадает, по-любому какая-то хуйня потом будет выпадать. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Скорее всего. Какой-то Кирилл у нас. А где у нас Денис? Денис Гроссман. Так, это у нас... А, вот он стоит, кстати. Сейчас к себе его посадим. Пусть садится. Ну а мы поехали покупать шкаф. Ну и потом все ложить в шкаф, что у меня багажники есть. Так, пишем QQ и погнали.
О, 4000. Спасибо. Напишем ему. Мы уже почти доехали. КПВЗ. Ха. Так, 183. 10000. Ну, кстати, надо будет уже менять этот код КПВЗ. Ну, кто не знает, это код, который вы подходите, пишете КПВЗ. Вон, как он написал в чат. Ну, только маленькие буквы надо писать. Скорее всего, могут просто муть за кап сдать. Ну, да ладно. Ну, я думаю, вы поняли. И дается 10 тысяч, короче. Ну, то есть деньги, дай деньги, не прокатит. Это сделано не того, что, блядь, что бомжи у меня деньги просили. А сделано для того, что давать бабки тем, кто смотрит. Реально, кто смотрит видосы, кто ставит лайки. Для тех это сделано. Именно для своих, короче, кто смотрит меня. Ну, а другие, кто не знает этого пароля, то их не проблема, в принципе. Я думаю, вы со мной согласны. Кто смотрит видосы, тот красавчик, и тот заслуживает получить 10 тысяч, я думаю. Так, у меня H-Open, я открою, у меня открыт он же. Да, он у меня открыт. Погнали, сейчас шкаф купим сразу. Он 300 тысяч стоит, короче. Надо его купить, я думаю. Кстати, вот он уже... О, вот так он выглядит, кстати, нормально. Как тебе мой дробаш? Как тебе мой дробаш? Он такой красный теперь. Бам. Ремонт, сделаем. Топовый. Ну, видимо, да. Видите, он как-то... Сразу он хуёвый, видите, а сейчас уже нормальный стал. Так, чё, покупаем? Я просто команду не помню. Так, команды сервера и... семья, недвижимость нужна. Так, управление сейфом дома. Улучшение дома, вот. УПГ. УПГ. Так, и покупаем, добавить сейф. Ну, это шкаф, короче. А лечение дома 70 тысяч, но это, может, потом купим. Я иду по сумме. Окей. Все, купил. Все, короче, купил я минус 300 тысяч, пацаны. Теперь я могу сюда ложить все. Наркоты, конечно, у меня только косарь, по-моему, лежит в багажнике. Если не память не изменяет, сейчас я проверю, что у меня... Ну, по-моему, с собой что-то есть или нету. Так, наркотик у меня есть, 33 наркоты у меня есть. Так, положить наркотики. Я вообще наркотики не юзаю, только там... Ну, бывает редко юзаю, когда аптечек нету, в больке не хочется долго стоять, я нарко юзаю. А так вообще не юзаю. Так, погнали, сейчас я машину подгоню, короче. Чтобы из нее все выгрузить нужно. Патроны надо там заполнить и так далее. Так, потихоньку уже выгружаемся. Я взял... У меня 600 патронов сейчас и 200 грамм наркоты. Рукой вытирай свою жопу. Рукой вытирай свою. У меня дома срет, блядь. Вот негодяй. Не. Рукой вытирай свою задницу, блядь. Так, наркотики мы ложим 200. Так, и положить патроны 600. Металла, блин, ну металл дорогой, сука. Вот в чем проблема. И его багажник нельзя ложить вообще никак. Давайте вам покажу, что у меня багажники. У меня багажник 11 тысяч патронов, 800 грамм наркоты. Набор инструмента 3 лежит и 36 аптечек. Я думаю, довольно-таки неплохо. Но нам все равно нужно только наркотики забрать и патроны. Поэтому взять наркотики 200 берем и взять патроны 600. Давай я тебе... жопу от стрелю и все. Давайте жопу отстрелю и все. Пятую точку сейчас ему отстрелим. Да чё ты? Давай, хули. Я с собой очко отстрелю, короче. Жопу вот под мой. Так, блин, он меня отвлекает просто. Погнали наверх, я буду бегать, носить патроны и наркотики. Я не понимаю, почему он называется типа шкаф, а... точнее сейф, а не шкаф, потому что, блин, какой нахрен сейф? Взять, так, денег у меня там нету, поэтому деньги не будем брать. Так, наркотики, патроны 600, патроны берем.
и взять наркотики 200 берем. Уселся. Наш слабажник. Что-то он везде срать любит, конечно. Смеется. Какой-то сырун у меня подписчик, конечно. Ладно. Погнали. Так, чуваки. Последние, так сказать, надо положить. Патроны 600. Вы не можете носить с собой такой... А. Так, стоп. Положить. Патроны 600. Все, 5000 патронов. Счет металла. Блин, 3000 металла, конечно, это будет очень долго, потому что... По-моему, можно с собой брать только с 50 или 100, я уже не помню. По-моему, 100 можно было раньше брать. Я просто давно, блин, я оружие вообще редко делаю, пацаны. Там, раз в месяц, может, оружие сделаю, и все. Так я... Я не люблю вообще-то вот эти, блядь, стрелялки там. Ну, вообще, может, расхожу там раз в неделю. Так, чисто, когда скучно. Ну, а так я вообще оружием не балуюсь. Я люблю машины, я люблю погонять и так далее. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока-пока.